Дорогие друзья, всем членкор привет! Да, вы не ослышались. Сегодня, в день Вознесения, с праздником Вознесения всех вас поздравляю. Я тоже чуть-чуть подпрыгнул над землей. А именно, мне позвонили из Российской Академии Наук и официально сообщили, что на прошедших выборах я избран член-корреспондентом Российской Академии Наук по секции экономика отделения общественных наук. Принимаю поздравления, постараюсь не оплошать. На самом деле это, конечно, ну, невероятное везение просто. И еще чуть-чуть теории игр. Когда весной мне предложили податься на профессора РАН и предложили одновременно податься на членкора, моя логика была такая, что если я подамся на профессора РАН, наверное, я, ну, там есть шанс, довольно хороший был шанс, наверное, да, стать им. Если я при этом, значит, одновременно подаюсь на членкора и на профессора, то, скорее всего, те, кто будут меня оценивать, да, члены РАН нашей секции, подумают, ну, как бы, не многовато ли за одну весну хватит с него и профессора. Как-нибудь еще, типа, произведем в членкоры. Но дело в том, что еще не получится, потому что в этом году я еще вхожу в вакансию молодых со звездочкой, а через 3 года уже не вхожу, уже 51 год. Вот так. А там, когда ты в взрослой вакансии, никаких шансов, мне кажется, нет, никогда не было бы. Поэтому я решил все яйца положить в одну корзину. То есть, как бы, типа, профессор РАН, бог с ним, зато я даю шанс своим коллегам, значит, подумать о моем избрании. Вот, ну, дальше, конечно, там было невероятное чудо. Я, наверное, не имею права там подробности говорить, как вообще все шло. Но, в общем, вот буквально там все на тоненького, как говорится, на лезвие бритвы. Я членкор РАН, всем, значит, всем членкор привет. Ну, конечно, так сказать, это не меняет ничего, в смысле, что канал мы продолжаем вести и так далее, но важно, что я теперь поворачиваюсь снова в сторону науки, потому что, ну, соответствующее, так сказать, звание надо, носить, если уж я его ношу, да, нужно и наукой серьезно заниматься, так что поворот в сторону науки происходит в моей жизни, вот, никогда не поздно. Так, ну, остальные новости, наверное, по сравнению с этой будут меркнуть. Тем не менее, 13-14 июня будет конференция, которую мы проводим. Мы — это родная школа, общественное движение, проводит конференцию. Кто хочет очно поучаствовать, тот пишет на адресок, который здесь указан в описании к видео, и присоединяется к нам. Программу тоже я здесь вот оставлю в описании. Далее. Родная школа создала несколько документов стратегических, как бы вместо цифровизаторских документов. То есть, если вы сейчас там откроете всякие стратегии развития и так далее, в ГОС новый 4.0, там такая как бы сплошная цифра вперед, да, то есть у нас, у нашего государства есть такая идеология, называется цифровой запой. Ну вот мы как бы следуем сейчас в этой идеологии. Родная школа в этой идеологии не живет и создает документы совершенно другого рода, с целью просто возвращения нормального школьного массового образования. Ну вот мы создали документы, смотрите их сюда, тоже по описанию. И, пожалуйста, я призываю все движения за нормальную школу, все движения против сегодняшнего безумия пойти под наш зонтик. Не то, что как бы всем стать родной школой, нет, конечно нет. Просто часто бывает нужно резко и быстро оперативно высказаться о какой-то очередной поганке. Например, недавно было письмо учителям московских школ о поощрении, если они используют московскую электронную школу. Понимаете, если ресурс сделан хорошо, то не надо поощрять за его использование. То есть, если вы так делаете, вы как бы вносите неправильную, нечестную, нездоровую конкуренцию всех электронных ресурсов. Есть в интернете и получше вещи, чем московская электронная школа, извините, да? А уж если вы даете им такое вот как бы преимущество, это означает, что и в дальнейшем они будут делать халтуру, ну, как бы, они не будут заботиться о качестве этого продукта. Ну и кроме того, учитель настоящий, он ведет сам, ему не нужны эти электронные ресурсы. Получается, что настоящий учитель оказывается в худшем положении. Но вот как бы хорошо бы в момент выхода такого указа, чтобы сразу все, кто за нормальную, так сказать, сторону жизни, одновременно скоординированно у себя публиковали. Ну вот если вы будете под нашим зонтиком, вот мы публикуем, и тут же вы все публикуете. Кроме того, у нас очень сильно проседает пиар, никакие наши документы там не видны дальше нескольких тысяч
наших подписчиков. Поэтому все, кто имеет выходы на серьезные средства массовой информации, пожалуйста, перепечатывайте эти документы там. Они в свободном распространении находятся, да? Вот, то есть делайте так, чтобы о нашей деятельности было известно везде. Мы будем пробивать этот ледяной потолок, так сказать, эту ледяную скорлупу, пока мы ее не растопим. Вот. Так, следующее. Следующая новость стоит в том, что у нас с Филатовым выходит книга «Занимательная экономика. Теория экономических механизмов от А до Я». Вот здесь можно сделать предзаказы. Буквально через несколько дней мы вывесим одну из версий на сайт. К сожалению, там вот мы и подписывали договор, я прямо сразу потребовал, чтобы на сайте висела версия, да? Мы подписали это все, а сейчас, значит, коллеги из издательства АСТ говорят, ну блин, ну если прямо ровно такая же будет висеть, ну кто же будет брать? Я говорю, будут еще как. Они говорят, ну пожалуйста, Алексей, пусть хотя бы некоторое время повисит ваша версия, мы не против, а потом мы дадим эту. Ну хорошо, мы вывесим нашу версию, значит, ждите через несколько дней нашу версию. Она почти не отличается, на самом деле, от итоговой. Вот, ну и кто хочет купить бумажную, тот делает предзаказ, и, соответственно, где-то в середине лета, я точно не знаю, когда, она прямо выйдет в магазины и будет доступна. Вот, еще скоро будет 100 уроков математики, конспект для учителей. Вот, но об этом я скажу в следующих новостях, потому что это все-таки не прямо сейчас, это, наверное, через месяца полтора или два. Ну и, наверное, так, завершаем мы тем, что, как обычно, за это время вышло некоторое количество моих интервью. Приглашаю к просмотру. Да, начинается лето, вот видите, я даже в лесу стал записывать, комары летают, очень больно меня кусают. Мы покидаем нашу студию. Студию придется отдать, больше она не наша. Она возвращается к хозяйке квартиры. Дальнейшие записи в следующем году, видимо, будут происходить на базе МЦНМО. Да, непрерывного центра математического образования. Вот. Ой, как я сказал, непрерывного центра. Ну, короче, МЦНМО. Ну, а я, значит, сейчас в Берендеевы Поляны. Ну, там вот еще неделю там туда-сюда. Переславль будет. Одинцово, Переславль. Берендеевы Поляны. Конференция наша. Потом мы улетаем в Иркутск. Я буду туда-сюда. Там еще в Майкопе появлюсь в середине июля. В Сочи, в Сириусе буду. Постараюсь, чтобы мы с женой поехали на Байкал Лайф. А так, в общем-то, так сказать, вживую мы в основном там встретимся уже осенью. Так что всем хорошего лета. Хорошенько отдохните. Ну, а здесь что-то, я думаю, будет происходить тоже, потому что даже на Байкале я что-то иногда буду записывать, выкладывать, да, может, Егор из старого что-то выложит. Так что Маткульт Привет, может быть, реже будет выпускаться, но будет выпускаться. Так что держитесь, держитесь нас, не теряйте. Маткульт, Членкор, привет! Ха-ха-ха!